Девочки, я вижу, как вы ждете совместник реглан погон. Я получаю столько сообщений от вас. Вы спрашиваете, когда же, когда, когда. Итак, смотрите, я нарядилась в дочкину кофточку. Чуть-чуть ей еще перед отправкой порастягиваю ее. И та-да-да-дам! Объявляю набор на совместник открытым. Прямо сейчас вы можете перейти по ссылке и занять самые лучшие места. Что же будет на совместнике? Итак, девочки, мы с вами будем вязать изделие по форме реглан погон, но модель изделия вы будете придумывать сами. То есть по калькулятору каждый из своей пряжи придумает свое изделие и свяжет то, что он хочет. Где и как будет проходить совместник? Смотрите, вы сейчас перейдете по ссылочке, добавите товар в корзину, оплатите его. После этого вам на почту придет письмо со ссылкой на закрытый телеграм-канал. Вы добавляетесь в этот канал и ждете начала. В телеграм-канале у нас, как всегда, будет дружная компания. Мы будем вязать каждый в своем темпе. Я никого никогда не подгоняю. Будет много видео-уроков с пояснениями, как всегда. Будут домашние задания, и вы будете выполнять их в своем темпе. Какую пряжу приготовить для совместника? Девочки, вы выбираете пряжу на свой вкус, на свой цвет. Дело в том, что мы свяжем с вами образец. Мы посчитаем петельную пробу, занесем ее в калькулятор, и калькулятор сделает вам все расчеты. Какие понадобятся инструменты? Дело в том, что мы будем вязать изделие сверху вниз, поэтому нам с вами нужны круговые спицы. Желательно, чтобы лески были разной длины, хотя бы две длины, чтобы у вас было. Если у вас будет набор спиц со съемными лесками, это просто идеально. Вот. Но, тем не менее, можно и обойтись хотя бы парочкой размеров лесок. А вот размер спиц вы подбираете под свою пряжу. Вот он сам калькулятор. Видите, реглан погон. Вот здесь вот мы добавляем плотность вязания, каждый свою, да. Вот такой формы будет изделие. В принципе, вы здесь можете любой воротник, любые рукава сделать, любой низ оформления придумать. Вот. И вот здесь вносим свои мерки. Дальше идут у меня пункты, которые описывают процесс вязания, да, где все петельки и ряды просчитаны. То есть здесь будет написано, сколько набрать петель, как расставить маркеры, сколько рядов провязать, сколько раз сделать убавки либо прибавки и так далее и тому подобное. То есть всего 10 пунктов, нет никаких описаний на 150 страниц, которые надо читать внимательно. Вот такой коротенький расчет, в котором все понятно, и вы шаг за шагом свяжете свое изделие. Но вы не будете все вязать одно и то же, у вас у каждого будет свое изделие, которое вы придумаете сами. Самый частый вопрос, который задают девчонки, буду ли я успевать, а то у меня дети, у меня работа и так далее, и так далее. Девочки, каждый вяжет в своем темпе, я, возможно, повторюсь, и все материалы совместника останутся в телеграм-канале навсегда. То есть я телеграм-канал удалять не буду, ни один урок из этого телеграма удалять я не буду. Если вы сами не выйдете из этого телеграм-канала, то у вас эти материалы останутся навсегда. И, конечно же, калькулятор будет с вами навсегда. Он поможет вам еще не один раз. Вы сможете связать столько изделий, сколько захотите. Это будет форма реглан погон. Вязать необходимо будет сверху вниз, но модель изделия будет такая, которую вы придумаете. Все, я жду каждую из вас. Встретимся в телеграм-канале и в пятницу уже начнем вязать.